Привет, я Эрик Шоков, и сегодня я решил запустить новую рубрику на канале, где я буду апать 3000 элла. Знаю сразу, я не играю на 3000 элла. Для этого мы будем расти и учиться. А учиться мы будем у талантливых и перспективных игроков. Ну а самое главное, у стримеров, у ютуберов и профессиональных игроков. Наши выпуски будут разбавлены гостями. И сегодня наши гости — это талантливые дети. Их так называют в народе. Ну я позвал Мэзи. Но он тоже талантливый. Кстати, он попал в FPLC. Но не в FPLC, а в квалификацию к ней. Но в целом уже хорошо. У него еще есть полгода, чтобы доказать, что он лучше. Если что, я официально заявляю, что это первый выпуск «Дороги к 3000 элла». Поэтому, пожалуйста, 3000 лайков. Вы видели мои просмотры под дворцом Гейба? С такими просмотрами 3000 лайков скоро не будет. Всем приятного просмотра и аппетита. Боже, я знаю, что ты кушаешь, господи, кого ты хочешь обмануть? Перед началом самой игры я решил потренироваться и выбрал для этого АМДМ. Всего 150 фрагов, и вы увидите тот момент, который я бы никогда бы не сделал без разминки. Он будет на первых раундах на карте Dust 2. One side, one plateau. One side, yeah. Ten side. Two side. Nice. Nice. Two guys shot pushing. I can flash behind you. Flash. Nice, man. Ох, это было хорошо. Чуваки, честно, если бы мне тот АМДМ, у меня бы этого не получилось. Вот клянусь, говорю. Клянусь. Nice. Yeah, close. Close short. Yeah, out, 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 flashing in the two shot. Two guys. Shot. Pushing, pushing, pushing. Low, low HP, low HP. One middle? What? Oh no. Oh. I can flash behind you. You want? Flashing behind? Two more going out, low HP. Nice, one more. Nice. Nice. Wow. Yeah, flashing. Good job, guys. Good game, guys. Ребят, сыграл 23-21 и 10 ассистов. Я не знаю, как это получилось, но 10 ассистов для меня — это, конечно, редкость. Я такое редко делаю. Не знаю, с чем это связано и на что это влияет. Не добивал, потому что не попадал, либо, главное, попадал, но не добивал. Ладно, в целом мне пора скатка. Идем дальше. Дальше идет карта Overpass. Я попался с теми же игроками, которые были в прошлой катке, но чутка что-то пошло не так, и мы затянули игру. Pushing A, pushing A. Insane. This guy very. Backside. Nice, good job. Nice. Defuse. Nice. It will be probably A. Maybe one more. One long. Was down. Nice try. One more. Two side. Close right. And close. Nice. Water. Near long. Yeah. Nice, Jasko. Nice. Water. Mulling bank. Flash. Short. Nice.
О май гад, Джеску. О, кто? О, клоус, клоус. Ладно, следующему мы проиграли уже. Небольшая рекламная пауза, и сейчас я на CSFailure. Это тот сайт, на котором вы можете поставить любой скин и выиграть на каком-то коэффициенте. И нажал, получается, на кнопку и вывел на 1.50. То есть, получается, мой скин приумножился в 1.5 раза. Есть еще такой режим, как колесо. Вы ставите скин на любой X. Чем X больше, тем шансов того, что выпадет, меньше. Я поставил на X2, и сейчас мы проиграли. Нам выпало X3, поэтому я... не сдаюсь и ставлю сейчас 100 баксов на X2. Если нам падает, то мы окупаемся. Да, мы только что заработали бабки. Если что, я сейчас создам промокод на 350 активаций с промокодом CyberShock. Вы просто нажимаете в бонусы и здесь вписываете CyberShock. И вы получаете 25 центов себе на баланс. Моя ссылочка есть в описании, ну а мы идем дальше. Карта Довертига. Я не люблю эту карту, но свое КД я набил. В ней принимали участие два молодых таланта. Это Флойс и Трипл ДЛЛ. Они рофлят? А можно убить? Нет. Там поджимают, поджимают. Один в один. Один в один. Чтобы вычитать, где находится игрок, надо понять, как он... Да. Да. Господи, как же он скрал... Хорош. Хорош. Рукав один. Мне, может быть, послышалось, но был рукав. Может быть. А, окей. А сколько у меня КД получилось в итоге? 1.46. С этим же пати мы сыграли еще одну катку на карте Dust 2. Скажу честно, мне очень нравится Флойс. Поэтому я вставлю некоторые раунды от него, и вы поймете, почему он хорош. К слову, в этой катке у него было КД 2.07. Двое лонг. Молодцы, ребята. Вы такие гениальные сегодня. Ой-ой-ой. Трой. ТБ. Не пикай, не пикай, за собой не пикай. Все, чекай окно себе. На. Лонг класс, лонг класс. Авик на хп в сайте. Получается так? Кстати, мне тоже кажется, что будет мидл. Ой-ой-ой. Флойс, бро! Ой-ой-ой. У нас остались те же молодые таланты, и добавился еще один молодой талант по имени Нотинеки. Я, конечно, потихоньку теряю ценность слова талант, но Нотинеки очень хорош в воинках, это факт. И самое интересное, мы сыграли в этой катке против проигрока, на тот момент топ-4 мира, команда Биг, игрок Тизиан. И он был реально хорош, и в этот момент я понял, что он реально проигрок, потому что его наводка была мгновенная. Очень хороший игрок. Но получилось ли у нас их выиграть? Пошел отсюда, Тизиан. Ай. Как он быстро навелся на меня. Да, у меня бегает просто. Двое бы. Еще. Есть флешка? Понял. Еще один. Тизион! Наконец. Ой-ой-ой. Блин. Нет, ладно. Пора. Кинул вправо.
О! Сколько фрагов я сделал? Два? Да. Мне показалось, что 8. Убил. Это талант. Льва. КТ, смоку. Ну ладно. Это было близко очень. Двое. Я не видел ничего. Хорош. Докажите им. Нет, меня нельзя набивал. А. Еще. Шорт. Нет. Ладно, мы были молодцами в целом. Тизиан, конечно. Ладно, спасибо за удачу. Да, давайте. Ну я вышел в плюс. Так что в целом все хорошо. На канал это должно пойти. Не уверен, что я назову ролик. Что с камерой? Дай себе ролик записываем, просто кайф. Это уже следующий день, я поменял свой никнейм на фейсте, теперь я Эрик Сука, а не Сайбершоков. И в эту катку я позвал Мэйзи, это участник прокачки ПК, самый последний, который набрал уже 800 тысяч просмотров. Также в этой катке Элайс, у которого 100 FPS и 60 Гц, я это запомнил наизусть. Ну и питерские лайнеры, это Джадел и Мэпо. В этой катке я набил очень хорошую статистику, мне она очень сильно понравилась, хотя и противники были не слабые. У них было АВГ 2700. Ракета убили. Эдвард. Найс. Nice. Дверь. Опа. Какая дверь? Нет. Хорошая. Скамейка. Зашел в хаос. Убил в мидл. Наверное, нормально, забей, нормально бывает. Я ведь знаю, как... Вау. Тащи. Идет. Беру авик тебе. Еще один. Убил шорт. Найс. Один Да, нормально катка. А, ну, учитывая, что Эрик там закирил. Двушка какая-то. Ты 28 набил? Да. Эрик вообще жесткий. Нас покинул Мэйзи, и вместо его мы взяли Кашлида. Это, опять же, тот человек, которого советовал Мэйзи в прокачке ПК. Назови три таланта, которые пробьются из школьников. МД, знаешь? И у него еще 162. А второй Кашлид через единичку, да? Да, ну может Джейси. Мы попались против очень потных финнов на самом-то деле. И игра была очень близкой. Тихо. Я пытался. Ай-яй-яй. Минус пачки. Хорош. Один зиг. Один гендер. Хорош. Зигай. Может быть? А, да. Пилоти дверь. Хорош. Три бойца. Хорош. Двое, Тёмка. Два. Я смотрю. Хорош. 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 Топ. Сдэнте. С этим же пати мы запустили еще один поиск и попались на тех же финнов. Господи, что же творится? Нет, это все нормально. Вышел, вышли уже. А. Хорошо. Тормоза из Элик. Я просто. А, хорошо.
убил одну. Хорош. Верхний взял, еще. Какой же он жесткий, господи. За красным где-то. Я ушел. Хорош, вас поймал. Хорош, вас сидели. А мне вас. Бывает. Убил тормоза. Тормоза, тормоза. Ладно, спасибо за игру. Мы, конечно, в минус ушли по Элла Дроди. Но бывает. За этот выпуск вы видели 8 каток, и на самом-то деле это неплохо. Я набил свою статистику в плюс. У меня теперь АВГ 18 и КД 1.19. А до этого было АВГ 16 и КД 1.06. Разница есть. 2 дня задротства, и вот результат. А я пошел запускать еще одни фейсит катки и поднимать 3000 элла. Не забудьте подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить эту публикацию. Пока.